Акт 4. Он проснулся. Уже какие-то зловещие места. Какая глава идет? 17 глава, а всего их 40. И то, что уровни уже занимают у меня достаточно много времени, говорит о том, что игра-то долгая. Уже все достаточно сложно. И я вот ориентируюсь не сколько по цветам, сколько наугад. Если пройдет там человечек, то надо... То все правильно. Если не пройдет, то надо строить другой план. Я вот пока по такому принципу. Ой, сейчас какая-то новая механика будет. Смотрите, тут белые какие-то ракушки. Мосты. Без мостов. Извини, но доказательств твоих теорий недостаточно для... Он просто посма. Посма? Еще раз извини, это не в моих силах. Просто посмотри. Что это за мосты такие? Подождите. Это я только что прошел через мост? Я не понял. Нет, наверное, не прошел. Странно, мне показалось, или синий человечек был снизу и как-то прошел сквозь мост. Ладно, неважно. Что только что произошло? Я решил головоломку, не решая ее. Ладно. Они это не одобрят. Вот не одобрят. Заткнись, не хочу об этом слышать. Им нужны доказательства, так я им в лодку запихну эти доказательства. Постой! Что там у них происходит в альтернативном сюжете? А, мне интересно, что вот это за ракушки. Это что, вроде телепортов? Или надо встать на ракушку, и тогда появится мост? Я не понимаю. Мне как-то не объяснили этого момента. Или надо встать на обе ракушки, подождите. Вот оно что, это активаторы. Причем надо встать на все активаторы на уровне. Хорошо. Ну тогда ты красный, отправляйся сюда, ты нажми, ты сюда, а ты... Ага, вот здесь и загвоздка. Так я пробегу, но потом я не вернусь. Эх. Нет, по-моему, нужен еще один синий. О. Я тут застрял немного. Я вот так вот смогу сделать. По-моему, здесь нужен еще один синий. Сюда мне нужно... Здесь нужно красное отдать. А вот сюда привезти синий. Ну, подождите. Вот сюда тоже нужен красный, потому что синий не пройдет, и фиолетовый тоже.
Так. Вот только мне нужен синий, чтобы выбраться отсюда. Как все сложно. Ха. Мне нужен синий, чтобы оттуда выбраться. Но мне не надо синий там оставить. Мне здесь надо оставить синий. Вот так как-то. Вот что-то вроде этого. Теперь мне здесь надо... Здесь надо оставить. Вот. Ох. Надо было по очереди от самого сложного. То есть самое сложное — это довести сюда синенький, довести сюда синенький. Ну а вот в эти белые цветочки могут попасть только красные. И это в самую последнюю очередь. Головоломка интересная. Прикольно. Но мне даже страшно, что будет в следующих уровнях, потому что уже здесь, вот видите, я стыкаюсь с трудностями. А я люблю трудности и боюсь их. Я не брошу тебя. Однажды я так же сделала. И больше этого не повторится. Снова две ракушки. Что? Подождите. А, точно, их трое. Я подумал, что у нас всего два человечка. Три человечка и две ракушки. И что делать? Этот не может никуда идти. Надо его как-то вывести отсюда. Вывести можно только вот так вот. И здесь уже тупик. Вот это уже сложно. Наконец-то. Наконец-то у нас достаточно все. Началось сложно. Я могу пройти, да. Ну и толку, что я сейчас вот это сделаю. Ну, допустим, вот так. Теперь я могу пробежать вот так. И что? Я могу встать сюда и или встать сюда, но тогда я сделаю себе шах и мат, потому что треугольник не может никуда бежать, красный никуда не может бежать. В общем, у меня такая загадка. Как желтого перевести хоть куда-то? Хоть куда-то, серьезно. Вот есть зеленый. Зеленый вообще никуда не идет, его никуда не пускают. Оранжевого тоже не выпускают. В общем, желтый из вот этих вот двух островов не может выйти никуда. Только через мост. Ага. Но чтобы выйти через мост...
Подождите, а я могу сделать вот так вот? А, точно, здесь же моста нету. И я не могу перейти. Так, а как здесь действовать? Пройти хоть куда-то. По-любому здесь должен стоять желтый на одной из ракушек, потому что здесь только оранжевые мосты. Я не перейду по этому мосту никак. Я в тупике. Давайте сейчас из него выбираться. Вот это то, чего я ждал. Действительно, инсайт. Под таким логическим пазлом можно вычислять, наверное, IQ у людей. Самый лучший тест IQ, который измеряется в секундах или минутах, когда вот этот инсайт у человека наступит. То есть IQ — это что? Это способность человека как бы применять логическое мышление для сопоставления закономерностей. Здесь я уже вроде как все закономерности изучил, какие человечки куда идут, через какие мосты. И сейчас мозг должен это все обработать и выдать мне решение. Должен наступить инсайт. У меня пока этого нету. Человека с хорошим IQ, он давно уже должен был быть. Сейчас я пробую просто разные варианты. Как вывести отсюда желтого? Отсюда он вообще никуда не выйдет. То есть на этом островке по-любому надо кого-то оставить. Но не красного. Потому что я не смогу просто красным никуда пойти. Откройте мост, откройте мост. Подождите, а если здесь оставить красного, открыть мост, красный сможет пройти, взять желтого. И здесь красный может перейти мост, встать на ракушку, и желтый сможет пройти. Да, я сделал это, я смог. О, да. Что теперь? Теперь мы переводим сюда, теперь разъединяем, становимся на ракушку, проходим вот так, теперь красный может соединиться,
Мы проходим сюда. Разъединяемся. Красный соединяется с желтым. Синенький идет на свой цветочек. Мы проходим через желтый мост. Оранжевым человечком. Красный идет на свой цветочек. Желтый на свой. Победа! О, да! А теперь сравните, сколько у вас заняло прохождение этого уровня. И посмотрим, у кого IQ больше. А! Тебе пора с этим кончать. Нет. Тогда успокойся. Сходи домой. Займись чем-нибудь. Чем угодно. У меня почти получилось. Слушай, ты никому не поможешь, если умрешь от усталости. Глава 20. Вот, это последняя глава, которую мы с вами пройдем. Половина игры. На самом деле, самая легкая половина, поэтому вторая будет намного больше и насыщеннее. Так, это не выглядит сложным. Но, в принципе, предыдущий уровень тоже не выглядел. Что у нас тут есть? Опять трое. Посмотрим. А, здесь одна ракушка, кстати. А здесь можно вот так пройти? Можно. А через... А, здесь нельзя уже. Так. Но если я вот так сделаю, то это ничего не даст. Ну да. Беги сюда. Как их лучше провести? То есть здесь вот мостик прямо у ракушки стоит. То есть, понятно, это для того человечка, который будет замыкающим. Кто последний проведет всех и уже станет с ракушки. Это место для желтого. Это место для желтого. Значит, это место для синего. Нет, подождите. Не обязательно. То есть, во-первых, нам надо провести синего вот сюда. Надо соединиться и провести синего за ограду. Вот так вот. Ага. Теперь мы проводим его вот так вот. А, подождите. Это зеленый. Тогда это когда вот так выглядит. Но я не смогу теперь пройти аж туда. Любого могу там оставить. Походу, сначала надо на вот этот левый верхний поставить желтого. А потом уже заняться другими. Но как туда поставить желтого? Ну, во-первых, надо сначала... Ой, сделать вот так вот. Переправить одного. А, нет. Надо переправить сюда вот, по вот этому пути, второго желтого. Понятно. А, ну это достаточно легко. Вот. Ой, нет, 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 не сюда. Теперь идем. Желтенький. Нет, нет, нет. Вот. Ага, сюда проходит желтенький, а сюда синенький. Есть. Ну, это было легко, намного легче, чем предыдущий уровень. Отлично, сделали. Так что там по сюжету идет глава 21. Пора смириться. Гамми стараются как могут,
но определенные настройки любой лобной доли уже не спасти. Если они начнут восстанавливать работу в том регионе, то рискнут затронуть основные мозговые функции. Знаю. Что будешь делать? Что-нибудь придумаю. Подождите, а может быть это ученые с помощью вот этих вот Ганни, человечков, которыми мы управляем, она пытается восстановить связи между нейронами своего вот этого отца, который погибает. И получается, мы с помощью вот этих вот человечков добираемся до важных точек и как бы поднимаемся все выше и выше и пытаемся вот такими вот усилиями пройти глубже в вот этот мозг. То есть мы участвуем в операции и слышим как бы слова извне ученой. А где-то вверху свет. Не знаю, проходить 21 уровень. Давайте уже закончим третий акт, если я смогу этот уровень пройти. Потому что он, вот это, он уже кажется сложным. Здесь есть желтые двери, зловещие такие. Ракушка. Слава богу, одна. А, нет, их две. О, вот это будет сложный уровень. Ладно, поехали. Эй! Подождите, а чего не пропускают-то? Фиолетовая... Фиолетовый должен же пропустить. Что происходит? Фиолетовые, он же не содержит. Или подождите. Фиолетовые врата не пропускают ни желтое создание, ни красное. А как тогда? Вот так. Теперь самое сложное. Вот сюда провести целых двух человечков. Да, наоборот. Может тогда... Надо отсюда, чтобы красный выбрался как-то. А как? Не, не пропустят они. Как сделать, чтобы выбрался красный? О, что это было? Что? Что? Мне кажется, что-то пошло не так. Вы видели? Он телепортировался. А может, если много раз кликать, то все получится? Может, игра учит этому?
Хорошо, если мы соединимся с желтым, то что получится? Зеленая. Зеленая сюда не проходит. Получается, мне отсюда надо идти через мост. А, через мост я никак не пойду. Ага. Значит, отсюда синим я должен пройти. А отсюда мне нечем приходить, потому что здесь фиолетовый. Как же тогда делать это? Вау. Я должен провести сначала снизу кого-то одного. А, точно. Я должен пройти сюда фиолетовым, оставить здесь красный и отсюда выйти синим. Давайте так попробуем сделать. А как мне выйти фиолетовым? Как же мне фиолетовым-то выйти? Определенно непонятно. Ну ладно, это наш последний уровень, и такая сложность, она оправдана. В общем, я читер. Я посмотрел, как здесь делается первое действие. И сейчас попробую решить по-быстрому эту головоломку. Она довольно интересная. Вот 21 уровень, он реально становится интересным. Как это делается? В общем, нужно на вот эту кнопочку посадить красное существо. Вообще это гениально и просто. Это сюда и проводим красное существо сюда. Вот. И пляшем уже от вот этого. Здесь можно соединиться в фиолетовое. И вот моей целью было, чтобы на вот этом островке оказались существа, соединяемые в фиолетовый цвет. И это произошло. И вот теперь уже будет достаточно легко это решить. Надеюсь. Сейчас посмотрим. Вот, это провели. Здесь можем сделать вот так вот. Но не все так просто. Ага, точно. Нет, нет. Теперь надо как-то вот сюда переправить. Какой цвет получается? Ну, получается желтый. Нет, ну нам нужен оранжевый цвет. Красный пройдет ведь через фиолетовые врата. Нужно, чтобы прошел. Нет. Подождите, а почему бы просто вот так вот не сделать? Желтый прибежит сюда. Вот. И тогда не надо проходить ни через какие фиолетовые врата. А, или надо? Надо.
А вот так не получится. Почти получилось. Нужен оранжевый цвет. То есть... А, ну мы пришли опять к этому. А, так я могу сделать вот так вот. Нет, не могу. Здесь нужен... Здесь нужен мост. Мост. Как это сделать? Осталось буквально ничего. Ну уже пропустите меня. Последний рывок нужен. Но сюда точно должен идти желтый. Как же приправить желтого? Возможно, да, через верх надо идти, но как... кого поставить на вот эту ракушку? Или не через верх, я просто чего-то не понимаю. Пройду никуда. Да, здесь все пути закрыты. Надо как-то, чтобы вот на центральном островке оказались и красный, и желтый. Но оказаться может только желтый. Я могу, конечно, сейчас просто... Нет, это как-то странно будет. Ладно, потом можно переиграть это. А, нет, я не пройду так просто. Не все так просто. Это закрыто. Что? Я не знаю, как это произошло. Давайте спишем это на удачу. Да, пожалуй, спишем это на удачу. Ну, повезло. Пройдено. Добрались до пятого акта. Акт 5. Боль. Когда-нибудь утихала? Нет. Посмотрим буквально на оформление пятого акта. И что нам сейчас напишут в новой главе. Глава 22. Он сам этого хотел. Или это все лишь твое желание? О,
Здесь уже что-то странное, какие-то сюрреалистичные пейзажи. И головоломки уже довольно сложные. Появляются какие-то новые элементы, посмотрите. Ну, вот такая игра с вот таким названием She Remembered Caterpillars. Не знаю, стоит ли рекомендовать в принципе такие игры-пазлы, потому что если вы играете в игры, то надо играть в лучшие. А это как раз развлечение для какого-нибудь планшетика в дороге. Выбирайте сами, но из игр-головоломок это довольно любопытно. С вами был Клайден и Game Johnny. Увидимся!